В Красноярск сегодня приехал полномочный представитель президента в Сибирском округе Николай Рогожкин. Это первый его визит с момента назначения. Полпред уже посетил Ачинский НПЗ, где три дня назад произошла авария. В поездке его сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский. Сотрудники Роснефти рассказали, производство приостановлено на несколько месяцев, но заверили, что все работники будут получать заработную плату, пока завод не функционирует. В свою очередь Виктор Толоконский дал распоряжение выплатить пострадавшим семьям материальную помощь из краевого бюджета до конца недели. Сейчас полпред находится в Железногорске на одном из ведущих предприятий российской космической отрасли.